Mortal Kombat 2 USA для консоли четвертого поколения от компании Nintendo SNES или Super Nintendo Entertainment System. Специальный выпуск проекта SNES Mortal Kombat 2 USA. И данный бонусный выпуск я хочу посвятить секретным кодам. Как я уже ранее говорил, есть два секретных кода. Первый — это на 30 продолжений, то есть на экране выбора бойцов необходимо нажать назад, вверх, вперед, вниз и одновременно назад плюс Select. Еще раз. Назад, вверх, вперед, вниз и одновременно назад Select. Только после этого выбрать персонажа. Вы начнете игру с 30 продолжениями. И второй код. Тройное время на фаталити. Вообще на добивание. Если вам кажется, времени, стандартного времени на добивание мало, вы можете на экране выбора персонажа нажать вверх, вверх, назад, вверх и одновременно вниз Select. Еще раз. Вверх, вверх, назад, вверх и одновременно вниз Select. Самое главное, все эти коды, точнее коды, все эти коды, помимо того, что набираются на экране выбора бойца, так еще и очень быстро. Нужно буквально прям быстро их набирать. То есть назад, вверх, вперед, вниз, одновременно назад Select. Даже еще быстрее, чем я говорю. Быстро пальцем тык-тык-тык-тык по клавишам. И только тогда вы услышите характерный такой негромкий звук. И если вы услышали звук, значит код введен правильно. Также, если вам игра кажется сложной, вы можете сделать так, чтобы ваше здоровье уменьшалось очень медленно, а здоровье врага быстро. Для этого также на экране выбора бойцов нажмите, быстро нажмите вниз-вверх, вперед-вверх и одновременно назад плюс Select. Вниз-вверх, вперед-вверх и одновременно назад Select. Далее. Но самые интересные коды. Это на секретных персонажей. Чтобы открыть смоука, нажмите вверх, влево, вверх, вверх, вперед, Select. И выберите любого персонажа. Вверх, влево, вверх, вверх и одновременно вперед, Select. Вы попадаете сразу в знак вопроса, но это будет не Джейд, а секретный персонаж Смоук Ниндзя. Он имеет гарпун, как у Скорпиона, и очень быстро перемещается. Буквально не успеваешь реагировать. Видите, как он быстро перемещается? Давайте еще раз. Все получилось.
Его, конечно, можно заморозить. Но вы еще попытаетесь добиться этого. Видите, он очень быстро может перемещаться. Да, заморозить можно. Он даже кричит «Комир», как скорпион. Лужа тоже на него действует. Вот видите, он может моментально подбежать. Так что, можно сказать, бег уже формально появился в Mortal Kombat 2. Правда, у секретных персонажей, в частности, у Смоука. Еще раз. Вверх, назад, вверх, вверх, вперед, Y. Мне хочется его победить. Как только вы побеждаете секретного бойца, следующий бой будет тоже с ним. Так, 1-0. Добивание секретным бойцам сделать нельзя. Просто нужно их просто победить. То есть никакой надписи «Finish him» вы не увидите. Ой. Один-один. Видите, как медленно тратится у него здоровье, как у босса. Еще раз, вверх, назад, вверх, вверх, вперед, селект. Один ноль. Угу. Все, я победил. Секретный персонаж Смоук побежден. И вновь смотрите знак вопроса. И вновь битва со Смоуком. Ну то есть, можно специально проиграть. Только так. И он, заметьте, тоже не может мне сделать добивание. Финиш хим не появляется. Так, следующий секретный боец — это Ноб Сайбот. На экране выбора бойца быстро нажмите влево, вверх, вниз, вниз, вперед, селект. Влево. То есть назад, вверх, вниз, вниз и одновременно вперед, селект. Мы сразимся с теневым ниндзей Ноб Сайботом. Имя Ноб Сайбота образовано от фамилий разработчиков Бун и Тобайс, написанных в обратную сторону. Бун стал Нуб, видите? Тобиас... Тобайс Сайбот.
Ну, псай вот это Человек-тень. Которая тоже, смотрю, здесь выполняет функцию Скорпиона, в плане гарпуна. Кричит Комир. Но не такой шустрый, как... Скажите, я вам скажу. Но не такой шустрый, как предыдущий секретный боец Смоук. Еще раз. Назад, вверх, вниз, вниз, вперед, Y. Нуб Сайбот. Того, что он на черном фоне сливается, с черным фоном точнее, я не всегда вижу, куда он готовится бросить гарпун. Но раз налет заблокирован, значит, он на него действует. Не вышло. Еще раз. Шаг у него, конечно, быстрее, чем у Саб-Зиро, Скорпиона или Рептайла. Да, лужа, видите, действует. Значит, и лед будет действовать. Это чтоб тебя. То они секретные бойцы. Еще раз. Самые, так сказать, техничные. И не дающие поблажек. На грани. Вся победа. Я победил Нуб Сайбота, второго секретного персонажа. А точнее, секретного бойца. Ну так будет бесконечно, как я уже сказал. Так, давайте проигрываем.
Вот еще этот персонаж уникален тем, как вы, наверное, слышали, что «You will die mortal», говорит Шао Кан при каждой победе. А композитор игры Дэн Фордер восклицает «Тости!» Вот. Далее. Ну, третьего секретного персонажа Джейд вы уже знаете. Его можно открыть по ходу прохождения столбика. Но есть и секретный код для того, чтобы ее открыть. Это вверх, вниз, вниз, назад, вперед и селект. Вверх. Вверх, вниз, вниз, назад и одновременно вперед селект. Вот она, Джейд. На нее не действуют метательные атаки. Помните об этом. Хотя она пригибается почему-то. Вот, например, лужица. Видите, ей пофиг. Тихо. Ну, раз мы с Джейд чаще всего виделись по ходу всех моих выпусков, то к ней-то уж я приноровился. Тихо. Ай! Ничего страшного. Ладно. До победы. Да. Я хотел сказать, что в супер нинтендовском Mortal Kombat 2 получился подкат. Это надо очень постараться. Подкаты Sub-Zero. Нормально. Как-то раз я в одном из своих прохождений уже такой глич словил. Блин. Oh!
блин. Ну неужели? Все, с Джейд закончили, слава богу. И на этом, в принципе, секретные бойцы закончились. Но есть еще два секретных кода, которые нам позволяют сразу сразиться с Кентаро и с Шоуканом, если очень хочется. Так что проигрываем Джейд специально. И я вам покажу еще два кода. Сначала код на встречу с Кентаро. Все так же и все так же на экране выбора бойца, и все так же быстро необходимо набрать следующее. Для встречи с Кентаро необходимо нажать вверх, вниз, вниз, вперед, вперед и одновременно селект. Вверх, вниз, вниз, вперед и одновременно вперед селект. И если вы не хотите проходить весь столбик, можете сразу сразиться с Кентаро. Победа. И вновь ты попался. Победа. И так далее до бесконечности. Раз мы ввели код на встречу с Кентаро, мы будем биться с ним постоянно. Давайте проиграем специально. И я покажу последний секретный код. Ну а последний код, как вы понимаете, на встречу с Шоуканом, с самим императором внешнего мира. Необходимо набрать вперед, вверх, вверх, вперед и одновременно назад селект. Вперед, вверх, вверх, вперед и одновременно назад селект. И мы встречаемся с Шоуканом. Эти коды очень хороши, если вы хотите потренироваться. Биться с боссами, например.
хорошие коды. Позволяют и посмотреть секретных персонажей. И потренироваться в битве с боссами. Победа. И вот еще один положительный момент введения кода. Так можно быстрее посмотреть все концовки за всех персонажей, за всех бойцов. То есть выбрали, например, Саб-Зиро, код на Шаокана ввели, победили его и посмотрели концовку с этими уникальными артами, в котором в том числе Саб-Зиро без маски можно увидеть. Ну и на этом давайте будем заканчивать наш бонусный выпуск. Надеюсь, вам понравился он. Как обычно, все секретные коды, то есть все секретные коды будут записаны, написаны в описании под видео. Я их все напишу. А пока спасибо, что смотрели. Собственно говоря, вы смотрели канал Игон Спенглер Classic Games. Берегите себя и своих близких и играйте только в хорошие игры. Всем пока и удачи!